Привет, друзья! Вы на канале Окси. И сегодня у нас прекрасный день, потому что мы едем в Амстердам. Это моя мечта, потому что я была всего несколько раз. И при каждом удобном случае я с удовольствием еду снова и снова в Амстердам. Мне нравится этот город, мне нравится там множество каналов. И всю красоту этого места я вам засниму и покажу. А сейчас, друзья, мы двигаемся в сторону Амстердама. Здесь по трассе можно только 80 км в час, поэтому мы плетемся, как черепахи. И я думаю, пока мы плетемся, я могу с вами поболтать. Так как делать особо нечего, когда едешь за рулем с такой скоростью. Я не люблю ездить медленно, но приходится, потому что в Нидерландах очень высокие штрафы. Здесь на ровном месте можно заплатить 300, 400, 500 евро за небольшое превышение скорости. Я не очень хочу расставаться с такими деньгами, поэтому придется нам с вами плестись, как говорится. В Амстердаме мы остановимся на одну ночь в отеле. Мы забронировали отель. Честно говоря, у нас сейчас новый закон вышел, что все рестораны, бары закрыты на территории Нидерландов. Не знаю, как в других странах Европейского Союза. И нам, я не знаю, посчастливится где-то покушать или нет. Поэтому я взяла с собой немного еды, дабы не умереть с голоду. Но я как бы надеюсь, что какие-то рестораны на вынос будут работать. Тем не менее, я все равно взяла перекусы и даже взяла электрический чайник, чай на завтрак как минимум. Ну, не знаю, посмотрим, как это все будет работать. Я все вам покажу, все расскажу. Буквально буду стараться каждый свой шаг снимать, чтобы вы знали, стоит ли вам ехать в Амстердам вот в период карантина, вообще какие условия для пребывания в отеле. Я думаю, это полезная информация и для людей, которые хотят в период карантина путешествовать, не останавливаться, они смогут узнать больше об этом. Так что поехали! Ну что, друзья, едем навстречу приключениям в сторону Амстердама. Сегодня первый раз за целую неделю у нас выглянуло солнышко. Я просто безумно счастлива. И мне почему-то часто совпадает, именно солнце выходит в тот день, когда я снимаю видео. Это поразительно, потому что это уже четвертый раз такое совпадение. Прямо как будто специально я заказываю. Пожалуйста, в этот день мне солнышко. Мы едем по дороге А2. Нам нужна именно дорога А2 в Амстердам. Я ошиблась, думала 59, нет, оказалось, что не 59. Здесь в Нидерландах по автобану сейчас разрешенная скорость 100 км в час. Только после 7 вечера можно ехать 120. Поэтому, в принципе, не очень быстро.
сейчас, друзья, как переменчива нидерландская погода, обратите внимание, только что было солнышко и уже пошел дождик. И мы едем уже в дождь. Друзья, наконец-то мы приехали в Амстердам. Мы остановились в отеле Hilton. Это сеть отелей, которая популярна во всем мире. Я скину вам ссылочку на этот отель внизу под видео. И первым делом хочу вам сказать, что отель находится рядом вот с таким красивым местом, где находится большой канал. Обратите внимание, что прямо на канале, где находится много-много воды, построено жилое здание. Оно выполнено в виде моста, под которым можно проплывать, например, каким-то небольшим лодкам. Здесь очень красивый, посмотрите, дизайн, архитектура здесь интересная, такая необычная. И через этот канал множество мостиков маленьких, через которые ходят туристы и местные жители. Это не туристический район, это более спальный район. И в этом районе, честно говоря, я еще никогда не была. Это первое, что я увидела, вышла с машины и решила вам снять. Сейчас идем в отель заселяться, я сниму вам отель, и вы увидите, что отель, в принципе, выглядит неплохо. На фотографиях, по крайней мере. Сейчас посмотрим вживую, как же он выглядит. Поехали! На ресепшене можно взять в аренду велосипеды, также здесь указана цена и время. Если вы планируете путешествовать трамваем, автобусом или метро, также здесь можно купить билеты на этот транспорт, и очень близко находятся остановки. Также есть стенд с различными рекламками, где можно посмотреть какие-либо посетить места. Также во многих открыточках есть уже написанная цена, либо предоставляется скидка при предъявлении этой открыточки. Посмотрите, какие интересные открыточки. Вообще здесь просто загляденье. Я стояла минут 10, рассматривала просто эту красоту. Так и хотелось взять просто на память сувенир. А сейчас мы с вами отправляемся посмотреть номер. Какой же у нас номер? Конечно же, все начинается с лифта. Лифт довольно-таки большой, хотя на дверях написано для двух человек. Меня очень обрадовал разнос с едой на полу, так как это хороший знак. Значит, работает ресторан, и мы не останемся голодными. Заходим вначале в ванную комнату. Здесь имеется душ. Душевая кабинка небольшая, но в принципе все необходимое здесь есть. Также обратите внимание, что есть жидкое мыло, гель для душа, кондиционер. Очень даже удобно.
поручень даже для того, чтобы держаться в душе. Очень, мне кажется, приемлемо. Конечно, цена не дешевая. Вообще в Нидерландах отели изначально дорогие все. Обошлась на одну ночь эта комната нам 57 евро. Здесь предоставлены полотенца. А сейчас мы двигаемся дальше. Да, обратите внимание, какая дверь. Либо вы закрываете ванную комнату, и открывается шкаф. Либо вы закрываете шкаф, и открывается ванная комната. Очень оригинально придумано. Здесь есть гладильная доска, утюг, вешалки. Даже вот фен есть для волос. Ну, как бы все необходимое имеется в нашем номере. Также номер довольно-таки просторный. Идет кровать, наверное, 1,50-1,60 метра шириной. Удобный диванчик, рабочая зона. Очень приемлемый, хороший номер для Нидерландов. Потому что в Нидерландах обычно цены высокие и комнаты достаточно маленькие. Здесь, конечно, комната нас порадовала. Здесь у нас сейф. И просто ящики для того, чтобы хранить вещи. Также имеется телефон, хотела сказать мобильный телефон. Можно связаться с ресепшеном и заказать с ресторана еду в номер. Это очень хорошо, что работает ресторан при отеле. Так как было объявление по телевидению, что все рестораны в Нидерландах закрыты. Смотрите, здесь также есть чайничек. Так что мой чайничек не пригодится. Это очень хорошо. В номере все есть, все удобства. Номер достаточно большой, просторный, светлый. Мне нравятся такие номера. Я думаю, что здесь будет приятно находиться. И также, соответственно, план эвакуации. Это очень важно. А сейчас нам предоставили вот такое вот меню, это завтрак, где нам надо выбрать, что бы мы хотели на завтрак и отметить крестиком. Изучив меню тщательно, я все-таки выбрала сейчас хлеб перу, темный хлеб, номер комнаты у нас 109. Здесь я выбрала себе апельсиновый сок. Подумав еще немного, я думаю, что я возьму ветчину на бутерброд. Также что-то типа омлета. И чтобы еще взять, вот думала. В результате решила взять еще помидоры, сыр. И, по-моему, я еще возьму курицу. Ну, скорее всего, это какие-то наггетсы. Спасибо, что смотрели видео. Смотрите мое следующее видео с Амстердама. А на сегодня до свидания.